Лебединовская Майлы Кмыты Аламединского района. Регистрация началась в 9 часов утра. Текущая перепись населения отличается от предыдущих тем, что она проводится в электронном формате. Главная цель общереспубликанского мероприятия – получение точных и реальных данных о численности населения. Поэтому все работники подходят к своей задаче с серьезностью. С 8 часов мы начали эту работу, была произведена синхронизация, и я начинаю, вот, делаю уже подворный обход, опрашиваю население согласно форм, которые предусмотрены в мобильном приложении. Первая форма – это список лиц, подлежащих переписи. Мы опрашиваем, кто фактически проживает по данному адресу, и определяем статус проживания. Затем опрашиваем пол, возраст, то есть задаем те вопросы, которые четко сформированы. Каждый сотрудник-регистратор имеет собственное удостоверение, заверенное представителями местной администрации. Документ содержит не только личные данные переписчика, но и QR-код, который можно отсканировать на любом смартфоне. Через этот код можно выйти в базу на официальном сайте, которая поможет идентифицировать переписчика, подтвердить его полномочия. Для начала переписчики проводят опрос, а после эти данные поступают нам через систему. Если при проверке информации выявляется какая-либо ошибка, то мы снова просим регистраторов повторно провести опрос. Когда информация точная, достоверная, без каких-либо ошибок, мы это прямиком отправляем в нацстатком. Процесс переписи населения и жилищного фонда будет проходить вплоть до 2 мая. Свою работу будут выполнять и Лебединовская Майлы Кмыты 106 переписчиков, 9 инструкторов и 2 координатора. Сегодня в 8 часов утра началось мероприятие по проведению переписи населения жилищного фонда. В настоящее время идет процесс переписи. Все переписчики обходят дворы согласно распределенному участку. Лебединовская Майлы Кмыты входит в 4 села и 7 новостроек. Общее количество жителей составляет 25 тысяч человек. По словам главы округа, до начала старта данной кампании с населением проводилась разъяснительная работа. Жителям объяснили о важности участия в регистрации. В данное время Лебединовская Майлы Кмыты работает 106 переписчиков, 9 инструкторов и 2 координатора. Со стороны Майлы Кмыты работает штаб, который координирует со всеми этими работами. Все переписчики с утра сегодняшнего дня уже начали работу по всем округам, по всем айлам, аймакам и айлам. Отметим, что дополнительные данные и другие вопросы можно узнать подробно по номеру 1216. Мурат Джулукеев, Салима Дюшенбекова, Чингис Садыков, СТВ.